Здравствуйте, друзья! Пользуясь случаем, в очередной раз хочу выразить благодарность тем, кто оставляет в комментариях к видео, постам в телеграм-канале и группах общения по умному дому полезные советы и делится своим опытом. Ссылку на мой телеграм-канал, а также группы общения по умному дому вы найдете в описании. Это видео своим появлением обязано как раз такому комментарию, точнее ответу на вопрос, как сбросить счетчик электроэнергии в розетке Blitzwolf BVS HP15. Это довольно частый вопрос, и для многих моделей рабочего решения нет, счетчик не сбрасывается даже при пересопряжении устройств. Но, как выяснилось, для моделей TS011F Plug 1 и Plug 3 такая возможность есть. Кроме упомянутого Blitzwolf BVS HP15, кстати, предыдущая модель BVS HP13 не имеет такой опции. Довольно много популярных розеток экосистемы Tuya Smart попадает в эти критерии. В частности, это круглые NAS VR01B, чаще всего оранжевые, но бывают синие, зеленые и так далее. Встраиваемые в стену лельки VK34 и ряд других. Ссылки на обзоры вы найдете в описании. Поэтому я решил, что есть смысл снять это небольшое видео, надеюсь, оно вам пригодится. Информация о том, поддерживает конкретная модель сброс счетчика и если да, как это сделать, не является какой-то тайной. Ее можно найти на официальном сайте Zigbee MQTT, а именно при его помощи делается сброс, на странице устройства. Пункт называется Reset Energy. Из тех поддерживаемых моделей, которые нашлись у меня и соответственно была возможность проверить работоспособность этой опции, это упомянутые TS011F Plug 1 и Plug 3. Еще одна популярная серия Tuya розеток TS0121 Plug, а также розетки от Xiaomi и Acara такой опции не имеют. Если вы знаете, какие устройства еще поддерживают сброс счетчика, пишите в комментариях. Пора перейти к процессу сброса. Вот подходящие модели розеток, это круглые NAS VR01B. Давайте сбросим одну из них. Эта розетка считает потребление электрогриля, тут уже накопилось значение чуть более 37 кВт-часов. Для сброса нужно перейти в консоль разработчика. Endpoint 1, он уже установлен. Кластер 0x00. Команда 0, все. Выполняем. Вернемся на вкладку состояний. Кажется, что тут ничего не изменилось, однако это не так. Счетчик фактически уже обнулен, но его значение придет только при следующем обновлении. Сразу скажу, что это может занять некоторое время, но пусть вас это не волнует, так как потребление будет считаться с нулевой отметки. Пойду включу нагрузку. А вот и новое значение счетчика электроэнергии. Как я и сказал, он начал считаться с нуля. А это встраиваемая лельки VK34, она тоже поддерживает сброс. Тут я нагрузку не включал, просто сбросил и оставил. Через некоторое время проверил, счетчик показал 0. Кстати, на основании такого счетчика можно сделать программный расчет потребления энергии за заданный период. Плюс такого расчета в том, что он берет первичные данные из самой розетки. А стандартные счетчики не работают в моменты, когда сервер умного дома по какой-то причине не работоспособен, включая моменты перезагрузок. Расчет строится на разнице между сохраненным в начале периода значением и текущим. Если вам интересен такой способ, пишите в комментариях. На этом все, надеюсь, видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, став его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!